Сколько расстояния он их достанет? Вот в чем вопрос. Достает. Сколько их там? Я не вижу. Зараза! Пускай будет так. Та-та-та-та-та. Ну, как всегда, одну клетку, конечно. Ну, просто супер. Вот надо было встать так, чтобы одну клетку не долетать. Чтобы вас всех разорвало нафиг. И отсюда же вылетят следующий этот ход. Вылетят и начнут долбить мне по башке. За все хорошие дела. Нафиг я так делаю? Ладно, подлетаем на максимум, чтобы потом быстрее вернулся. Бенз закончился, по-любому, да? Нет. Они бензин-то экономично жрут. Вполне себе. Может, здесь местность, конечно, не особо запуристая. Но все равно приятная. А вот здесь аэродром будет неприятно искать. И столько этими молодцами вперед выдвинуться. Захватили, захватили. Давайте вперед посмотрим, что там. Вроде оттуда откуда самолеты летят. Побыстрее бы это все соединить. Ну, карта не такая же большая, кстати. Тут только в центре у них три города должно остаться и все. Хотя, может, к тому времени я уже все захвачу. Тут сколько у нас... Как его там называют-то? Дистриктов, районов. Девять. Зачем я считаю, там должно быть написано? Да, девять. Так, мне бы самолеты заказать. Кстати говоря, нужно самолеты заказывать. Что-то я туплю. Давайте посмотрим, что это за шняга. Может, он летает далеко. Пропускаем ход. Парень, да ты обознался, походу, жестко. Самолет пока не трогают, то ладно. Ну да, пока нормально, пока не трогают. Так, о, достает. Круто. Урон не круто.
Ну, раз он ни докуда больше не доедет и не достанет, так почему бы не выстрелить? Так, город захватили. Ну, а теперь по одному гексагончику, да? Будете ходить. Так, ну десятку уже снесли. Полчаса так сносить будем, я чувствую. Бомбс. Вот это мне больше нравится. Мне нравится дальнобойность этих танков. Очень удобно, знаете ли, оставаться вне огня. А самому долбить на пофиге абсолютно. Я не вижу heavy armor, извините. Тут сколько вообще всего здоровья-то? Написано heavy armor. Где она? Я только что семью танками снес вообще все хп подчистую. Heavy armor, блин. Давайте посмотрим, что может самолет в плане дальнобойности. Через один уже лучше. Ну а что, нормально. Очень даже. А ты тупо у нас не доезжаешь. Такс. Сюда мне надо что-нибудь вызвать. Типа стюартов. Ну, вроде всеми отходили. Зенитка-то здесь не в тему вообще. Шла бы ты оттуда. Все равно ж убью каким-нибудь способом дурацким. Типа бомбардировкой. Как я обычно делаю. Парень, ты слишком много хочешь от себя, по-моему. А, пехоту на Шермана кидать. Это уже более разумное решение, конечно. Но я предпочел, если бы ты дальше тупил. Так, а что не отвечаем ему огнем? Странно. Город сейчас захватят, зараза. И минус самолет еще, это все плохо. Не один даже самолет, тут 9 самолетов, в общем, проблемка. Там много кого тусит. Такс. Зараза, не трожь мой город. Я предупреждал.
Бомс. А здесь надо проверить, здесь по-любому какая-нибудь база у них есть. Я знал, что нужно по дороге ехать, тут жесткие пески. Тут вообще дюны. Я по ним поперся, он сейчас станет без топлива и все. Будет мне весело. Ну, я пока не знаю, конечно, как эти самолеты бомбят, но я надеюсь, что прикольно. А что, они неплохие, слушайте. Хорошие самолеты. Хотя, в принципе, одна зенитка половину самбика снесла. Сколько у тебя топлива? У тебя должно быть много топлива. Да, у него много топлива, отлично. И тут можно разведать все. То пехоты как-то что-то медленно как-то. Даже не знаю почему. Ребят, давайте выдолбить им всю дурь уже. Заколебали. Так, и чё? Вот только не говорите, что здесь закончились снаряды, когда у меня нет понятия о том, сколько у него снарядов. Чё у него жёлтое горит? Что у него желтое горит? Я без понятия. Я что, должен быть в курсе, что у него там желтое горит? Нигде не написано, сколько у него снарядов. Я не виноват, я ничего не знаю. Вот заправить, что ли, кого-нибудь? Упс, не того. Сейчас фьюл-трак будет бомбить, я чувствую. Я прям дразню бомбардировщик. Я думаю, что здесь можно пропускать. Опаньки. Ловко. Не очень ловко. Фаб таргет. Окей. Хреново ты как-то дамажишь. Парень, что с тобой? У тебя депрессия или что? Ты объясни мне. У него реально, по-моему, патронов нет. Надо бы уваливать просто отсюда и все. Этим едем дальше. А бомбы по-прежнему говно. Если самолет летает круто, далеко и так далее и тому подобное. И, в общем, неплохой истребитель такой крепенький, то у него бомбы по-любому будет говно. Не знаю еще. Куда ехать, что делать? Сюда придется ехать. Город на потом.